себя. Ну и сегодня вместе с новоинцами здесь в качестве главного тренера выступает Ачмурат Агамуратов, очень известный специалист. Рахимбек Каримов главный, пожалуйста. Ему помогают Хуснадин Шадмонов, а также Шавкат Рахматов. Это два лайнсмена. А что же касается Тургуна Джумабаева, он является четвертым резервом рабов. А являются наблюдателями, а также комиссарами этой встречи. Стартовый состав от Кызылкума. 4-3-3. Ничего не стал трогать Ачмурат Агамуратов после Асрора Аликула. Та же схема. В воротах Джавахир Илесов номер 35. 4 защитника. Джарали Джураев, капитан команды, 23-й справа. Век Талмасов, 75-й. Николай Тарасов, 13-й. Ифиани, 24-й по центру полузащиты. Алишер Санаев, 87-й правее от него. Муратбек Рахматов, 6-й левее. Группа атаки: Диор Рахматуллаев, 79-й справа, Ислам Кинджабаев, 10-й слева, и Виктор Тачмурат Агамуратов, которому 70 лет. Идентичная схема у Олимпика, которого Джалалединов, 30-й. Перехватил, атака развивается через центр. Первый у Кызылкома, но ему открываться не надо. Ему наоборот. Так, опа. Опа, отдай налево. Долго давал бы этот момент футболист ташкентской команды, но, по крайней мере, можно было попробовать. Вот здесь вот играет Джура Кузиев. Дальше Адылов мог бы обратно отдать на Атабека. Здесь промедлил и затем... Прострел. Баума, почти дотягивался до мяча. Джураев бьет, удар заблокирован. Даже Туров. Что на этот раз? Розыгрыш. Интересно. Прострел. И чуть-чуть не хватило Рахимджанову, чтобы поставить голову, подправив мяч. Ну, попытаться открыть счет в этой встрече. Джалалединов. Ох, как хорошо! То есть сейчас был эпизод. Давайте еще раз посмотрим. Джасур выкатил, пробил Фарух. Мяч пролетел над перекладиной. Вперед. Олимпик приближает штрафной площади соперника. Мамасыдыков. О, как интересно сыграл. Сам себе прокинул мяч на ход Олимпика. Баума. Поможет это ему или нет. Навес. Опасно! Было бы. Несмотря на это, все-таки Баум. Ифиани играет мяч, затем протыкает насквозь соперника. Адылов сейчас испытывает. Подкат был жесткий. Такую коробочку взяли с Тарасовым. Ох. ВАР этот момент изучает. На всякий, друзья, скажу. В живот, вот мы видим. Это момент удара. В живот он ударил Адылову. Еще раз смотрим. Идет мяч. Играет мяч. Затем по инерции летит в живот. Я понимаю, что игровая ситуация. Решение. Но вообще, по-хорошему, это желтый. Иди сюда. Опа. Ой, ой, это красно. Только отбыл дисквалификацию Ифиани. Ифиани. Средняя передача от Джавахира на Джураева. Тот, кажется, рукой себе хотел подыграть, а в итоге... В итоге Мамасыдыков. И счет становится на 48-й минуте 1, вернее 0-1. Играл мяч, левый фланг для Олимпика. Посмотрите, все там хорошо было. Прострел. И все спокойно. Пробил меж ног, даже под ногами Лесову Адылов. Опасно на свой счет. Точную передачу записал. Интересно. В этом сезоне Олимпику так уже забивал, кстати. Удар. Штанга. Вернее, перекладина звенит. Джалалединов. Контратаку, если удастся это сделать. Потеря мяча. И желтую сейчас получат.
ударом. Кстати, так и происходит. Поэтому Баумба туда и был поставлен. Главой. Ждем от него подачу. Кстати, если Баумба не сыграл бы, Лёса все видел. Нет. Хороший удар был. В прыжке, да? Акцентированный удар по Толмасову. Олимпийка, мяч у них остается. И в одной ситуации, смотрите, какое двойное падение. Еще одна. А нет, это не желтая карточка. Это просит медперсонал выйти на поле. Так, тут падение. Тут, ой, ой. За что так, Рахматов, ты поступил Шамсиевым, а? Ой, а это Мама Сыдыков. Молодой парень. Или делать вид, что играть. А вот это хорошо. Джанов разогнался. Пора принимать решение. Решил обыграть полкоманды. Затем удар. Два рикошета. Джалалединов подбирает. Джанов обратно. Нет, а вот отсюда можно пробить. А можно и пас сделать. И Ильяса свою команду спасает. Но счет становится на 79-й минуте 0-2. Главное, на варе. Да, пошел смотреть. Может, гол отменить? Может. А, тут офсайд был. Вадылова. Сейчас закрыли доступ к камере. Не исключено, что вот момент удара там в офсайде находился Алишер Адылов. Еще раз смотрим, видите, удар. Может, Масадыков это бьет. Алишер Адылов находится в офсайде. Вот очень сложно определить, тут же обман зрения. Если бы камера работала бы, знаете, как если она была бы, ну, вот прямо по полю, параллельно этой ситуации, перпендикулярно этому моменту, то тогда там четко можно было принять решение. Вот отсюда, может быть, узнаем. Удар, раз, вот отсюда удар. Ну, сложно, сложно сказать, но не исключено, что там было с атакующей частью. Итак. Офсайд, да? 0-1, мои дорогие друзья. Девяносто минута пошла. Удар со штрафного тоже пошел. Ильясов отбил мяч, правда, перед собой.